Привет! Если вы смотрите это видео, то, вероятно, вы задумались над тем, чтобы поступить на отделение американистики в Нижегородском лингвистическом университете. На то, чтобы поступить туда, есть целый ряд причин. Как человек, который отучился там аж целый первый курс, я могу вам с уверенностью сказать, что причин довольно-таки много. И давайте сразу перейдем к ним. Причина номер один. Хорошие преподаватели, высокий уровень подготовки, высокий уровень владения языком, как следствие обучения здесь. И хотя с моей стороны это немножко странно звучит, потому что я провела здесь всего год, и, наверное, вы подумаете, да что ты можешь знать, какая подготовка, я могу сказать, исходя из общения с четвертым курсом, со вторым, с третьим. В общем, я со всеми, с кем я могла, я поговорила, и действительно подготовка дается серьезная. Вы будете много чего учить, и так же, как и плюс, здесь есть и минус. Обратная сторона медали, так сказать. Будьте готовы к тому, что вы будете тратить по 3-4 часа вашей жизни на домашку каждый день после универа, каждый день. И если вы думаете, что можно учиться вот так вот, здесь нельзя. Если вы хотите халявить, лучше не идти вам на американистику в НГЛУ, вы тут пропадете. Серьезно, халявить здесь не получится. Потому что преподаватели, они не только потрясающие, они еще и требовательные здесь. Они свой предмет преподают отлично, но они и требуют от студентов довольно многого. Они требуют инициативы, трудоспособности и требуют, как бы сказать, рвения. Если вы не хотите ничего из этого, если вы хотите просто учиться в расслабленном режиме, НГЛУ не для вас. Американистика не для вас. Серьезно, ребят. Причина номер два. Учебный процесс очень интересный. Здесь не будет куча устаревших заданий из напечатанных книг 60-х годов, по которым никто уже никогда не говорит. Учебный процесс очень увлекательный. Очень много креативных заданий. Есть реально шанс проявить себя, свою креативность. То есть, ну, учиться интересно, проще говоря. Вы будете очень много погружаться, конечно же, в эту фонетику, грамматику, вот все вот это. Ну, куда без этого, алло, вы пришли учить язык. Но также вы погрузитесь в культуру. То есть будете смотреть всякие фильмы, слушать песни, читать книги, и это безумно интересно. Ну, если вам это не интересно изначально, не ходите сюда, потому что здесь этого тоже навалом. И будьте готовы тратить свое свободное время, например, какое-нибудь субботнее утро, не на сон, а на просмотр фильма, типа «Звуки музыки» или, я не знаю, что там еще мы смотрели. В общем, да, это тоже плюс-минус, я не знаю, решать вам. Причина номер три, по которой стоит поступать в НГЛУ, это... Ну, как я думаю, очень хорошая атмосфера в группах. Объясню, что я имею в виду. Конечно, все группы разные, я не могу говорить за всю, за каждую, но лично мой опыт. На тимпияке, на американистике, особенно группы маленькие. Вот, например, в моей группе 13 человек. И это совершенно другое. Это не то, как если бы у нас было 30 человек и более в группе. Мы более сплоченные, мы лучше знаем друг друга, мы больше общаемся вместе. Нас преподаватели постоянно тасуют, особенно на английском, по парам, чтобы мы все пообщались, чтобы мы как-то узнали друг друга, поработали вместе, попробовали там нам, с кем нам комфортно составлять диалоги, с кем некомфортно. То есть, на самом деле, это очень помогает сплотиться нам как группе, и я это ценю, то есть для меня это значительно плюс. Четвертая причина — это, наверное, отношение преподавателей к студентам. Как я уже говорила, они очень много уделяют времени тому, чтобы нам было комфортно учиться, чтобы нам было интересно, они реально тратят много усилий на это, и они к нам прислушиваются. Это очень важно, потому что я знаю многие вузы и многие даже факультеты в НГЛУ, где преподавателям просто плевать, на американистике нет. Серьезно, преподаватели будут к вам прислушиваться, они будут делать так, как лучше вам, и это однозначно плюс. Из минусов. Я бы не стала уделять ничего такого конкретного, пожалуй, только то, что можете забыть про свободное время, ребят. Если вы хотите на первом курсе нахватать театралки, правком, студсовет, не надо. Первый курс на американистике. Вы лучше посвятите учебе.
Это я могу сказать, исходя из своего личного опыта. Я тоже много куда хотела пойти, но потом я увидела свое расписание и подумала: мамочки, помилуй, нет, я лучше поучусь. Потому что предметов много, и делать много чего. И тратить свое время лучше на домашку. Звучит, конечно, не весело, но вы просто ничего не успеете. Лучше сделать одно дело хорошо, чем распыляться на много и сделать их, ну, такое. И да, на американистике лучше не распылять как раз-таки себя на много-много всяких других занятий, потому что у вас тупо не будет времени. Домашнее задание, объем домашнего задания очень большой, и вы просто не успеете вести активную студенческую жизнь и хорошо учиться. Нет, не успеете. Пожалуй, из минусов это все. Ну да, если вы там еще не особо любите грамматику.